Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами Вольфенштейн, старая кровь, в замке Вольфенштейна. Там ходит псина огромная. У нас в руках только нож. Ну что ж, погнали. Объективно говоря, я что-то пока не понимаю, что можно будет сделать в этой... ситуации. И куда нам тут надо? Ага, видимо, сюда. Ух. Хорошо, там с той херней не пришлось сражаться. Так, 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 хорош. Надеюсь, она прыгать не умеет. Ой, сука, мать. Ненавижу собак. Сучья. Ёб твою налево, а? Так, ты ж сюда не прыгнешь? Твою мать, а? Хорошо, она хоть решетки не умеет проламывать. Ой, а куда мне? Это туда, да? Там что-то он интересное лежит, но я не пойду смотреть. Так, прыгай давай. Ну? Давай, прыгай. А интересно, такую херню убить вообще можно, не? Так, Бласковец, шевели поршнями. Пока нам жопу не откусили. Уф, блин, а, зараза. Хорошо, что на помощь звать не может. Так, убивайте офицеров раньше, чем они позовут подмогу. О, два офицера, блин. Ну окей. Блин, нам бы еще бы оружие бы. Ага, вижу офицера. Что-то нам постоянно показывают этого дурня. Угу, нормально. Одного ликвидировали. Только что? Ага. А, не, фуф. У нас теперь хоть пистолет есть. Ну и то хорошо. 10 патронов, правда? Ну, потому что... Нет, у нас только пистолет. Ну да ладно. Этим мы хотя бы можем... Опа-на. С расстояния убивать. Так. Патронов стало меньше. Так, там я вижу пулемет. Так, прикольно, тень вижу, значит, там есть кто там. Так, непонятно, он убьет, не убьет через эту штуку. Ты чё смотришь? Нормальный такой смотрит на меня, что-то хочет. Что за фашисты, блин? Так, а зачем я сюда залез? А, ну окей, тут гранаты есть, патрончики. Так.
чуть не засыпались. Так, ну мы пока что прям ниндзя. Ну, зная себя, сейчас где-нибудь засыплюсь прямо на ровном месте. Прикольно, что тени прям хорошо видно. Так, патрончиков нашли. Офигеть. Я про свои пока что стелс-способности. Так, ну, патронов пока не густо. Но зато гранату нашли. Если что, можем взорвать себя. Ну или кого-нибудь. Нам бы вот сейчас офицера бы найти. До того, как он придумает поднять тревогу. Так. Мы и стелс едины. Мы незаметны. Так, тут и полазить куда-то можно, нет? Стрёмная псина. Так, патроны в пул. Каски фу. Нафиг мы сюда зашли? Никто не знает. Так, а офицер? А, белая штучка, это, видимо, офицер. Но он, походу, 60 метров, это где-то вообще не рядом. Хорошо, что всем похер. Что тут, как бы, какой-то чувак орудует. О, ничего себе. Жаль, патронов немного осталось. О, золото партии. А о чем музыка такая? Как бы тревожная началась. Не, все-таки я хотел бы знать, почему музыка такая тревожная. Кто кипиш поднимает? Так, ну там пулемет есть. Можно, конечно, сесть на лодку и устроить большой переполох. Но пока у нас вроде как получается по стелсу. Ключевой момент пока. Вообще, блин, стрёмно. Блин, куча всяких каких-то баллонов. Чё? Кто тут нервничает? Чуваки, нервничать смысла нет. Нервные клетки мозга не восстанавливаются. Так, офицер. Да ёп! Так, ой. Так хорошо все было.
Так. Фу. Нет. Вы откуда здесь? Что-то я выхватил нехерово. Ёпана. Кочерышка, блин. Так, надо найти офицера. Да... Твою мать, а? Чуть вообще просто бесславно не помер. Надо же было так на перезарядке попасться. Так, еще один. Не, еще несколько. Там где-то... Да ладно тебе орать. Угомонись. Так, пойдемте найдем всякого. Да твою... Просто на ровном... На ровном месте, блин. Так, ладно, фиг с вами. Все, кончились. Так, давайте теперь пошаримся, куш. Так, бездарно засыпались. Ах, так, ладно, плюс-минус вроде бы отбили все. Так, каски. И носки. Все, можно сказать, что неплохо все. Там, наверное, что-то надо открыть, да? Или потому что... А, просто вот на ровном месте почти дошли, и все. Дратуйте, я ваша тетя. Так, тут у нас бронеж... О, золото. Золото это выгодно. Что там, кого-то еще можно... Не, нельзя больше никого подстрелить. Ась, что? Войти в крепость Вольфенштейн, новая задача. А я, простите, где? Не в крепости Вольфенштейн. Зашибись. Что началось-то, блин? Что гранатам кидаться сразу? Так, ты кто и где? Допустим. Вот что мне не нравится, так прицел, блин. В Вольфенштейне. Вот от слова совсем мне не нравится. Так, все? Или еще есть желающие пообщаться? Не, вот чё тут, блин? Как бы патронов тут, я с них настрелял прямо от души. Кстати, вон там я... Ёбаный... Чтоб у вас всех разорвало, блин.
Так, что-то еще живой, не? Сколько у вас тут еще? Так, что-то я патронов тут подразрасходовал. Зато... Причем такое впечатление, что я все... Капец. Ну ладно, почти фул собрал. Так, тут что-то еще лежит. Окей. Все, надеюсь, кончились вы. Так, пойдемте. Возьмем там карту, я вижу. Я ее вначале что-то это пропустил. Так, стоп. Хотя, блин, в лом мне бежать. Вокруг за этой картой. Так. Допустим. Хорошо, что патроны бесконечные. Фига себе, вы бахаете. Что забываешь? Допустим. Чем так плохо умираете? А точно? Не, реально, в крепости Вольфенштейн плывем. Так, ладно. Надеюсь, ты со мной не будешь гнаться. Ладно, фиг с вами. Блин, с жизнями как-то херово. А снять ее... Зажмите, чтобы снять. Окей. Блин, по жизни вообще жопа. А вот здесь аптечку, да? Жалко вам было положить. Ну окей. Жадобы. Чего у них тут все такое гнилое? Ладно, закрыть за собой дверь было, наверное, крыса. Гавань. Мы в гавань зашли. В нашу. Опа. Вы видели? У нас два теперь пулемета. Прикольно. То есть так можно было планировать пулеметы? Но все же вопрос открытый. Насчет здоровья. Нам бы вот хотя бы маленький кусочек здоровья. А, ладно, это мы положим. Так, не, нам два не надо, нам одного хватит. Не волнуйся, Весли, у меня есть план. Вломлюсь в крепость, перебью всех этих сраных нацистов, освобожу тебя. А потом мы свалим отсюда и встретимся с Кеслером в пивной. План надежный, как швейцарские часы.
учитывая, что у нас жизни 0,1. Окей. Так, у нас опять так же жизни будет, нихера. Да, у нас также 40 жизней. Также все херово. Но я там видел бронежилет. Ну-ка, брось. А мы это можем включать-выключать? Не волнуйся, Весли. У меня есть план. Вломлюсь в крепость, перебью всех этих сраных нацистов, освобожу тебя. А потом мы свалим отсюда и встретимся с Кеслером в пивной. Окей, так получше. Допустим. Так. Во-первых, у нас по... Вроде бы отстрелили всем все, что им мешало. Что такое рассинхрон? Что так мигает все? Как-то игрушка оптимизирована так себе. Конечно, не исключено, что стоит, может быть, уменьшить параметры, но с другой стороны. На моем компьютере эта игра я должна идти вообще вне вопрос. Вот такого говна. Ой, в виде какой-то рассинхронизации не должно быть. Ну, кстати, может, это там синхронизация каким-то образом отключилась. Вертикальная. Реально отключилась. А как так? Стоп. А почему она выключилась? Я же... Херня какая-то. А что это? Так, пойдемте вначале мы полутаем все, потому что хер знает, что дальше там начнется. Во-первых, во-вторых, зарядим патронов. Она же так заряжается, да? Да, все хорошо. Касты. Немножко хп, которого нам пока не надо. Но у Бласковица, как всегда, блин, шикарный план. Ломиться в наглую и типа ломать землица. Не, в целом мне... Так, чё, чтобы метнуть нож, окей. А, план-то нравится. Другой вопрос, что реализация такая себе. Гранаты. Гранаты — это хорошо. Так. Что-то здесь еще специальное, полезное, нужное нам надо или не надо? О, а тут еще одна штука. Не очень понял, но да ладно. Предположим, что так все и должно быть. Тарам-парам. Как хорошо, что здесь пёселя нет. На этой цепочке. Может, там его не должно было быть, но тем не менее. Так. Поюзать штуку. Так.
Чем мы просто вот так вот откроем и ничего. Так, открыть ворота крепости. Мы вроде там что-то открыли. Или это не те ворота? Так. Это не та лодка, нам на ту лодку. Ну, допустим. Предположим. Так, ну у нас все полное, мы модные, красивые. Блин, опасненько так вот открытый контакт в воде-то. Так, давай положи. Так, что тут есть кто? Оп. А, ну сюда можно запрыгнуть, я так полагаю, да? Ладно, допустим, полутаем тут все. Так, сейчас, стоп. Открыть ворот крепости. Ну, предположим. О, а здесь нормально, здесь не заело. Вообще мы на самом деле так-то. Так, а чё? В немецкой. Ой-ой-ой, стой, поставь, верни обратно. В немецкой форме. Мы ее вроде бы, ну, по крайней мере, не снимали, судя по. Так, а чё мне туда пешком? А, ну судя по сломанной фигне, видимо, да. А чё? А, нет. Стоп. Положи. Два офицера, зашибись. Значит, дальше пешком. То есть такая херня тут выплыла, и он такой, а хер с ним, как бы. Ну или он просто глухой? Немцы почему-то взяли, ну, так. Глухого человека на службу. Может быть, у них просто с рекрутингом там все плохо было. Ой. Ты откуда тут взялся, гад? Так, что за нахер? Кто стреляет? А ты откуда здесь? Так. Ты куда? Да твою. Хорош. Срань. Нахера мне на этой кнопке, блин. Твою мать, а. Гребаная труба. Почему она на третью, на кнопку 3? Какого хера? Нет, на кнопке 2. Твою мать. Да, я нажал. Зачем я нажал? Срань господня. Ладно. Ну, фиг с ним. Так, нож есть. Попробуем, типа, без палева нам. Значит, дальше пешком. Окей, предположим. Мы знаем, что у нас там офицер есть.
Сейчас вот этого ликвидируем. Так, там офицер был. Нормально. Чё я взял? Какую-то новую штуку. Ладно, хотя бы есть польза. Одного офицера по-тихому уделали. Второй, я только помню, вот здесь вот где-то был. Здесь где-то ходил. Ну, зато как бы по-тихому прошли. Так, какого хрена опять все тут заиграл так тревожно? Я ж вроде бы всех офицеров убрал. Почему играет тревожная музыка? Ты, блин, кто? Такой. Так. А мы обратно запрыгнуть можем? Ну и то хорошо. Так. Что у нас, какая цель? Открыть ворота крепости. А зачем, простите, нам открыть ворота крепости? У меня просто один вопрос. Зачем нам такое интересное действие? Не знаю, зачем мы... Там какой-то проход. А их взорвать можно? Так, а как гранату кинуть? G. Так, ну, видимо, взорвать их нельзя. Но... Блин, там что-то есть. Я хочу туда. Так, тут куда-то по стелсу можно было забраться, но учитывая, что мы вроде бы всех тут перестреляли, мы можем пешочком пройтись. Да, конечно, один офицер призывает народа хреновую тучу. Так, я надеюсь, вот так мы не взорвемся. Занято, да? Патроны полные. Так, ты кто такой? А давайте у него меч возьмем. Будем ходить с мечом. И мы взяли. Блин, надо было читать, я взял. Так, а можно было типа по стелсу, видимо, пройти. А, мы ключ типа нашли. А зачем мы сюда идем? Ну, сюда, видимо, можно было типа пройти по стелсу, устроить тут переполох сверху. Другую логики я в этом не вижу. Ладно, понеслись. Ну, если так можно сказать, понеслись. Пошли пешком потихоньку, не торопясь. Так, тут типа все завалено. Окей. Надеюсь, на нас сейчас никто не выпрыгнет. А то вот в таких моментах
Лично всякое бывает. Там... Так. Занято. О. Не зря обошел. Ну, видимо, нам все-таки сюда. Укладываю что? Укладываю в постель. Но офицера, по крайней мере, здесь нет. Как хорошо, что они глухие. Такую херню не слышат. Это типа считается по стелсу? Блин, опять миску такого говна сожрали. Ну да ладно. Это все еще стелс? Тут рычит. А, псина. Так, тихо. Угу. Что, мы тут куда-нибудь пройдем, не? Не, не пройдем, ну и ладно. Так, что? Я вроде всех ликвидировал, или кто-то еще остался? Карты, деньги. Блин, а вот всякое выпить нельзя. Как из собачьей миски жрать, так они... Чё? Тихо, тихо, тихо. Хорошо, что ему пофиг. Этот воздух напоминает болото у фирмы Джонсона. Запах гниющих растений и влажной древесины. Джонсон. Джонсон с Бэби. Так, каска. Ой, опять в люк, опять ты сейчас все бросишь, да? Ну да ладно. Ласковец, ну хорош, серьезно. А, ну хоть не прыгнул. И то хорошо. Не прыгнул. Зачем я это сказал? Ласковец. Твою дивизию. А ты не мог как-то поаккуратнее это все сделать, да? Ой, человек бласковец. Так, а ты только не говоришь, что ты просрал все оружие. Не только вот это хорошее. А ты типа тут вылезти не можешь? Так, бласковец. А оружие переключить я не могу. Нифига себе, бласковец. Ты умудрился не профукать оружие? Так, блин. Вот это я... Так. Понятно. Ай, бласковец не профукал, а я профукал. Ладно. Так, во-первых, возьмем тихое оружие. Я не люблю такие вот моменты, где надо очень-очень аккуратно, очень-очень тихо пропрыгать.
твою мать. Ёбаный насос, твою дивизию. Ой, моя внимательность, это мое все. Мы оставлять так не можем. Мать вашу за ногу. Ладно, это все очень круто. Я думаю, вот на этом моменте мы серию закончим. Потому что, мягко говоря, я разочарован своей внимательностью. Не, в своей внимательности я не разочарован. Она, собственно, сработала, как и должна была бы сработать. А как он нас там не заметил, пока мы там ласкались и падали вниз? Допустим. Ладно, дорогие друзья, я вам скажу до свидания. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки, ну и про колокольчик тоже не забывайте.